3 десятых стоит такая передача. Очень интересная в таком исполнении. Я ее первый раз вижу. Опытная гимнастка, и видно это. Вот этот опыт, он передается как все пластично, как все здорово. Точность без каждого движения. Каких-либо помарок. Ну, еще одна опытная гимнастка, Екатерина Селезнева. Давайте за нее поболеем сейчас так по-настоящему, как нужно. Ну и поволнуемся, безусловно, тоже. Итак, Екатерина Селезнева, обруч. Юль, ну, у нас с тобой сегодня в паре я ответственен за ощущения, ты больше за техническую составляющую, поэтому начну с того, что композиция Strange Birds, насколько она подходит, насколько Катя сама становится похожа на птицу, и как это все гармонично, очень, да? Невероятно. Прекрасно подобрано упражнение. И музыкальное сопровождение, и упражнение, мне кажется, Катя очень сильно подходит. Сейчас мы видим на замедленной съемке сложность предметы, как у нас называются, риски. Тоже все без серьезных ошибок. Она выполнила очень хорошо свое упражнение.